вы съесть изволили мою морковь. Театр абсурда начался с предложения депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Иванова. Законопроект с громким названием «Дуэльный кодекс Российской Федерации» внесет в Госдуму 12 сентября. В пояснениях к документу свод правил из 80 пунктов, среди которых встречается и такой. Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: «Милостивый государь, я пришлю вам своих секундантов». Дуэли предлагаются на всех видах оружия – шпаги, пистолеты и даже сабли. Старт дуэльной истерики дал глава Росгвардии Виктор Золотов. В соцсетях тут же появился новый флешмоб. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Настоящим оглашаю, что я вызываю господина Золотова на поединок. Кто дольше протянет на горохе? И вызываю вас на поединок по профильному ЕГЭ по математике. Я вызываю вас на поединок в Майнкрафте. Виктор Золотов, я вызываю вас на бой на бровях. К барьеру, но шутливому не прочь выйти и бурятские политики. Сергей Дорош, например, уже определился с соперниками по дуэли. Я бы с удовольствием вызвал своего политического оппонента, это Баира Циренова, партия КПРФ. Вызвал бы его на ринг по правилам смешанных единоборств, и, так сказать, коммунизм с демократией бы схлестнулись на ринге. Кто бы победил? Ну, я думаю, чтобы бой показал бы. Вместо настоящих дуэлей куда лучше честная борьба на ринге. Ведь о том, как будет трактовать уголовный кодекс возможное убийство на дуэли, автор абсурдного законопроекта умалчивает. Виктория Фроленко, Евгений Павлов, новости дня.